Татьяна Юрская из Ялуторовска вместе с командой преодолела почти 90 километров, чтобы выйти на сцену ДК «Железнодорожник». Как-то у нас резко, когда вот это предложение пришло, сразу почему-то решили профессию повара. Парад профессий для учащихся старших классов устроили представители 10 ямальских землячеств. Приготовил ладоши для того, чтобы хлопать. Я уверен, что все наши коллективы чудесно защищают свои профессии. Уже после первого номера ладошки горели. Еще бы, ведь команда ноябрьского землячества представляла профессию, которая близка каждому ямальцу – геолог. Это романтики чистой пробы. Романтики дальних и трудных дорог. Светлана Козырева почти 40 лет проработала в школе, но и после выхода на пенсию к детям по-прежнему тянет. Как сказали, что мероприятия со школьниками, ну, конечно, я в первых рядах тоже. Профессия тренер, на мой взгляд, вообще самая важная. Подготовка к концерту заняла немало времени. Участники сами продумывали свои номера от текстов до костюмов. Поблагодарить за праздник на сцену поднялись гости. Это моя молодость. Сегодня я сидела, просто мне рвалась на сцену. Душа была просто распахнута тому, вот чего, что сегодня я видела, и что я поняла, что не старею душой ветераны. После выступления артисты вспоминали свою юность, делились забавными историями. Приехала на буровую первый раз на спуск колонны. Колонна, ну это обсадная труба такая, которую вставляют в скважину и не дает стенкам осыпаться. Называлась труба это кондуктор. Вот. А я приехала, я же еще не знаю, студентка приехала. Буровой мастер это был уже такой матерый дядька. Я стою и спрашиваю, а где здесь кондуктор? Он говорит, а вон там билеты продает. Ну, в общем, пошутил надо мной. Ну, а главные зрители, ради которых все и затевалось, отметили, что младшему поколению всегда есть чему поучиться у старшего и, в первую очередь, жизнелюбию и задору. Люди даже в таком возрасте продолжают заниматься таким видом деятельности. Это вообще великолепно. Услышали и главный посыл о том, что все профессии важны, все профессии нужны. Возможно, кто-то из старшеклассников в итоге поедет работать на Ямал. Екатерина Полянинова, Александр Суворов. Время Ямала.